Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 4 января. Память святых преподобного мученика Зосимы и мученика Афанасия. Преподобный мученик Зосима был родом из Киликии и подвязался в пустыне. По приказанию нечестивого Диоклетиана он был взят и предан мучениям за веру Христову. Раскаленным железом ему сожгли уши, бросили его в котел, наполненный нечистотами, повесили его за ноги вниз головой и предавали различным пыткам. Но чудесным образом святой был избавлен от смерти. Во время мучения его пришел из пустыни лев и заговорил человеческим голосом. При виде этого чуда всех объял ужас, и Зосима был отпущен. Комментарист Афанасий, увидев его невредимым после жестоких мучений, уверовал во Христа и крестился. Зосима удалился вместе с Афанасием в пустыне, и там, среди молитвенных подвигов, в расщелине одной горы, оба они мирно предали души свои Господу. Комментарист — это смотритель за узниками, ведший им счет. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.